Всем чао, с вами Виталька, и сегодня я буду играть в робот. Забыл, как игра называется. Робокрафт, да, вот, вспомнил. И вот, вы помнили, какой у меня был вот этот робот, что после вот... После этого, что был с такими гусеницами, все таким. Вот. Я его модернизировал, у меня вообще суперовый. Да, он вообще очень крутой. Он, типа, у него раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь пушек. Да, и он настолько мощный, что он получается почти за один... За почти все использовать этих пушек он может взорвать этот танк. Любой танк. Но у меня, конечно, чтобы я его дальше смог улучшить, не могу, потому что у меня нету места. Вот. И... Да... Сейчас я буду играть за это. Буду уже войну делать. Вот. Так вот. Я вот включу мышку. Теперь вам, наверное, видно. Не знаю. Вот, все. Я уже это... возродился. Я прям Человек-паук. Пойду к нему ближе. Звук, наверное, не слышно. Не слышно звука? Нет. Я сделаю, чтобы его было слышно. Ладно, постойте, сейчас я вернусь, и будет со звуком будет намного лучше. Сейчас я его не включу, но у меня сейчас такая огромная это... Прям засада на меня напала, и я их сейчас так всех взорву, бам. Вот, отлично. Мне нужно, не смогу, успею регенерироваться. Вот, отличненько. Сразу же на первых секундах такая мощная это. Ох ты ж, ё-моё, сейчас меня все убьют. На 24% жизни нужно бежать, нужно регенерироваться. Ё-моё, 5% нет. 5% жизни. Все отлично, сейчас меня не попадает, все, я регенерируюсь. Отличненько. А я, не получается. Ладно, заеду на эту гору. Так. У меня рекорд, если не видите, у меня рекорд 52 или даже 53. Ну ладно, сейчас пойду включу звук. Вот я уже вернулся. Думаю, что нормально уже слышно меня. Так, стойте секунду. Сейчас, наверное, лучше слышно меня. Намного лучше. Так, все, где наши соперники? Так. Он один есть, я вижу. Они, наверное, все в кучу идут.
Здесь я в него попал много раз, я в него попал. А, все. И чтобы этих выиграть, нужно всегда целиться в ноги. Да. Все, я ему уже попал в ноги, тогда он уже не может шевелиться. Опа, один чувак регенерировался. Так. Этот маленький чувак меня хочет убить. Ну. Так. Здесь реально игра захватывает, что даже говорить, если не хочется, вы играете, и комментировать даже не хочется. Потому что вы очень, очень настроены, чтобы победить. Почему эти другие игроки не берут такого робота, как я? Не знаю. Так. И сложно попасть по ногам. А я себе пальцем глаз засунул. Ну все, ему уже капец. Ай, больно глазу. Я себе пальцем глаз засунул. Так, отличненько. Вау, как я ему попал. Я буду делать некоторые части, чтобы... Эй, почему у меня два этих? Я ж не два убил, я же больше убил. Или нет, я не знаю. Я же больше убил. Игра багнутая какая-то, не знаю. А, все, там у чувака капец. Он сзади меня, вот пам, под мной. Он меня, смотрите, как он меня тащит. Ну, все отличненько. Он тот куда покатился. Это будет, буду заканчивать, наверное, на этой второй части, на первой части войны, и буду делать другую часть. Или я просто... Мне лучше делать по две части, чтобы не смотреть одно видео, одно, чтобы было очень долгое. Ну ладно, короче. Всем пока, с вами был Виталик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до новых встреч. Всем.